Здравствуйте, товарищи, жители города Кемерово и Кузбасса. Я Грибков Владимир, член Рабочей партии России, слушатель первого отделения Красного университета, фонда Рабочей академии. Я и мои товарищи находимся сейчас у завода «Азот» города Кемерово. Мы раздаем рабочим газету «За рабочее дело». Она учреждена фондом Рабочей академии, который создан еще в 1994 году для содействия рабочему движению. Этот номер посвящен борьбе за улучшение условий труда, как бороться против пенсионного геноцида, который устраивает над народом правительство, как в целом бороться за правильно, грамотно за экономические права, за улучшение условий труда, за продолжительную здоровую жизнь, за сокращение продолжительности дня, то есть переход на 6-часовой рабочий день. Читайте, смотрите, слушайте, внимайте, проникайтесь духом и получайте истинные знания. Поступайте на учебу в Красный университет, который функционирует уже 8-й год в рамках этой академии. Обучение бесплатно. И вступайте в Рабочую партию России. Рабочий человек звучал гордо. Мне да газет? А? Мне да газет? Да.